happen out on the racetrack. But you have to have faith in your ability. No matter what. Incredible driving by Carl Edwards in the 99. You've got to stay strong through the hard times. And you've got to fight for every position. And Carl Edwards is slicing his way through this field. Guys, this car is perfect. Gain the advantage by outthinking your opponents in the pits. Man, that is a great strategy, guys. Edwards takes two tires and comes out right behind Stewart. Great stop. And at the very end, be ready to seize your chance. Here comes Edwards. Tries to go high, but Stewart blocks. This is going to be a close one. Edwards takes it. Carl Edwards is the new NASCAR Sprint Cup Series champion. History can be rewritten. Ну что, дамы и господа, у микрофона Феликс, и это NASCAR, первый взгляд на игру под названием NASCAR. Наконец-то NASCAR вернулся на ПК-версию. Это очень здорово. NASCAR в 2013 году, он пропал с... ушел на консоли, наверное, последний раз я NASCAR играл, наверное, в 2009, наверное, это год был, где-то так, наверное. А может быть и 10 еще был на ПК. Но на несколько лет NASCAR уехал, так сказать, на консоли PlayStation и Xbox. И вот в 2013 году NASCAR решил вернуться. Два года назад вернулась на ПК еще версия королевских гонок Формулы-1. Сделали это компания Kodomo Masters, приложила к этому руку, и по сегодняшний день они выпускают каждый год по серии. Это очень здорово, потому что такие игры должны, симуляторы, выходить тоже и на ПК, потому что не надо нас обделять. И понимаю, что очень сложно для ПК сделать, и вообще мультиплатформой должна быть такая вообще игра, как NASCAR, допустим, и Формула-1. Если кто не в курсе, что такое NASCAR, это американские гонки, если никто в жизни не слышал, допустим, слова такого, как Дакота, Дакота 3000, 2000, 1000, то наверняка раз в жизни вы должны что-то подобное слышать, ну или просто слово NASCAR вы тоже должны хоть раз в жизни услышать. И NASCAR — это кольцевые гонки американские на силовых машинах, большие объемные движки, у них там свои чемпионы, свои правила. В принципе, почти оно похоже на нашу европейскую Формулу-1, но с более агрессивной тактикой езды. То есть здесь может спокойно гонщик, который находится у вас сзади, просто затаранить вас в жопу. Или сбить вас, врезав вас, просто размазав по бордюру. То есть американский NASCAR, он гораздо агрессивнее европейской формы. Может быть, это не совсем правильное сравнение, но, по крайней мере, я привожу пример того, что вы знаете. Я имею в виду из того варианта, популярного варианта Формулы-1, игровых симуляторов, или просто, если вы любите гон. Ну что, ребят, давайте посмотрим. Продаваться будет NASCAR 2013 в Стиме. Все новости смотрите именно в Стиме. Итак, что у нас тут доступно? Ну, естественно, все на английском языке. Говорят, что NASCAR 2013 разрабатывался то ли корейцами, то ли китайцами. То есть сами американцы прямого... Так, что есть? Мы сразу посмотрим. А очень мне это напоминает, конечно же, на Формулу-1, которая делает Kodomo Masters. Немного это очень похоже, но... На тот момент, когда последний NASCAR играл, он выглядел гораздо круче. Так, шапытом, факт. Раскраска есть даже, можно что-то покрасить, карьера. Апгрейды какие-то, спонсоры, ну давайте зайдем, посмотрим. Какие-то спонсоры есть. Что нам доступно, я пока не знаю. Это демо-версия, господа. Ну, допустим, видимо, несколько уровней карьеры нам должны быть доступны. Да, нам что-то доступно. Тут несколько кругов, возможно, несколько трасс, а возможно вообще одна трасса, одна команда. Но это демо-версия, мы посмотрим. Вернулся ли тот старый NASCAR на...
наше поле зрения. И тем более это очень удобно посмотреть на то, что на американские гонки и как там происходит жизнь. Go to track, race shop. Что такое race shop? А, это, видимо, выход в интернет-магазин, что-то там покупать для демо-версии, очень интересно. Так, ну, Go to Track, больше мы выбирать ничего не можем. Повторяю, ребята, это демо-версия. Полноценная версия выйдет осенью этого года. Продаваться она будет в Стиме. Так, ну что, выходим на гонку. И что у нас тут? Ой, какой у нас... Итак, друзья, мы сразу видим так, управление, вид из кабины. Я помню, вид из кабины в... Тут должен быть просто офигеннейший. Так, вот мы выезжаем на кольцевую дорогу. Так, сейчас виды мы проверим. Виды вот такие есть. В этой игре должна быть отличная разрушаемость. Сразу разгоняюсь. Давайте вид из кабины попробуем немножко. Так, 8000 оборотов. Нельзя крутить на таких больших объемных движках, на такой скорости, когда сгорается красная кнопка. Да, нужно переключить передачу. А то просто всю кабину зальет чертовым маслом. Брейк. Разрушаемость здесь должна быть потрясающая. Повторяю, что это такие же кольцевые гонки, как и Формула-1. В свое время, знаете, я в NASCAR просто обожал рубиться, играть. А графика, ну, немножко она, конечно, изменилась. Появилась какая-то траектория посередине, видимо, за что-то она отвечает. Может быть, за удары, потому что NASCAR это, как я говорил, агрессивная игра. Здесь мы будем... с вами... Это не Формула-1, где... Игра на скорость. Здесь мы будем агрессивно защищать себя. Бить, таранить, пробивать. Включена помощь нам, но я ей не особо не пользуюсь. Можно смотреть по бокам. Ну, что можно сказать про графику? Графика изменилась по сравнению, конечно, с 2010 годом. 11-12 NASCAR, естественно, я не играл, потому что он был именно консольной версией, на компьютере его не было. Сделано... Ну, пока можно на что смотреть, это, в принципе, только на графику. Детализированная машина. Ух ты, сейчас мы попробуем удариться сильно. Так. Так. Сразу видно детализированная, очень детализированная машина. Я имею в виду то, что когда, если мы видите, ударились, у нас должны быть... Вот, видите, правое крыло, сейчас попробую вам получше показать. Разрушаемость машин здесь просто потрясающая. То, что это NASCAR, здесь постоянно бьются, отшибаются. То есть можно каждый кусочек своей машины просто отбить. Также мы наблюдаем на то, что... Насколько нам хватит бензина и наша скорость. А также колеса. И, собственно, ну, там, насколько они стерлись, насколько они живые, не живые и так далее. Собственно, пытаясь нажимать другие кнопки. Ну, скажу я вам, должно быть что-то очень здоровское. Физика здесь просто замечательная, на мой взгляд. Ну, конечно, не Shift 2, но не Формула 1. Здесь она абсолютно по-другому себя чувствует. Машина не как там, естественно. Ну, во-первых, класс машин другой, естественно. Но играть в это, ребят, будет очень интересно, потому что здесь очень интересная карьера. Здесь 24 гонщика, и все кружатся вот по этому кольцу. Трассы все разные, они все кольцевые. Здесь гораздо интереснее, на мой взгляд, играть, чем, допустим, ну, Формула-1 тоже очень интересно, я ее тоже обожаю, но здесь есть свой плюс того, что если вас взбесит соперник, вы его можете просто размазать по борту, допустим, вот на таких вот больших, когда поворотах, не помню, как правильно они называются, мы можем просто соперника мазать по этому бортику и как бы и ничего.
Также присутствует система питлейнов, замены, но, естественно, они, конечно, очень сильно отличаются от формулы. Там все по-другому. Но я очень рад то, что игра NASCAR вернулся на компьютер. А буду ли я ее покупать? Возможно, да, возможно. Я вижу современную графику, довольно очень красиво машина прорисована. И детализированные удары сейчас. Так, мы что-то выполнили, он нам говорит, что нужно вернуться в пит-стоп. Я особо не слушаю, что мне говорит по рации мой, так скажем, как он его называет, который нам по рации говорит гонщикам. Радист уходит в пит-стоп. Да, так как определенная скорость есть в питлейне, 60, наверное. Уходим в питлейн. Видимо, это что-то типа туториального такого. Сейчас мы что-то нам покажет, что будет происходить на питстопе у меня. Видите, пока я с такой скоростью могу двигаться до своего питстопа, какой из них мой? А, вот и последний, да, синенький? Вот он, я подъезжаю. Так. Good work out there. Так, а теперь ассистент. Трансмиссия автоматически, полуавтоматически, мануал, в смысле ручной. Ну, мы поставим автоматик. Так, это я понял. Это мы настраиваем АБС. В общем, что за, как нам будет компьютер помогать на поворотах, торможениях и так далее. В общем, на дороге. Ну, давайте так оставим, как оно и есть, да? Выйдем. Ну... Сейчас посмотрим, что будет следующее. На мой взгляд, игра должна быть первым конкурентом Формулы 1. В принципе, по-моему, Формула 1 2013 вроде бы в один срок с этой игрой выйдет. Так, что у нас? Новый спонсор какой-то появился. Ну, в демо-версии будет немножко... Смотрите, нам поэтапно все рассказывают, как и что. Он сказал, и взгляни, чего-то, а дальше я прослушал. Очень классная музыка в игре играет. Так, посмотреть машину. Так, это что такое? Ой, можно, смотрите, экран настраивать. То есть я вот под таким могу смотреть углом свою машину. Цветность настраивать. То есть для скриншотов, видимо, это сделано. Ха, это прикольно, это прикольно. В нас, ой, в Формуле 1 такого нет. Смотрите, как обычно, вот как в фотошопе все настраивать, так же можно настраивать и здесь. Это обалденно. Я такого нигде не видел. Смотрите, даже затемнения всякие есть, размытие. Офигенно, офигенно. Надеюсь, этого я не оставлю. Все, верните обратно. Так, есть какие-то апгрейды. Видимо, во время прохождения карьеры, как и Формула-1, мы будем... видели, что мы получаем какие-то очки. На эти очки, видимо, видите, мы будем апгрейживать тормоза, трансмиссии, пакеты какие-то, двигатель. То есть, смотрите, сколько. У каждого 5 уровней, у каждой, наверное, детали есть, мы будем вешать им апгрейды. Это очень здорово. Ну, в Формуле 1 тоже есть режим исследований, там мы знаем, но здесь все зависит от спонсора. Как видите, есть спонсоры, и они дают нам кредиты, на которые мы вешаем апгрейды. Немножко, конечно, отличается от Формулы 1, и это сразу заманивает игрока, потому что заманивает и самой гонкой, и самой... Это что такое? А, это гонщики, да? Это статистика, кто сколько победил, в общем, довольно интересно. Так, следует карьера, давайте еще какие-то режимы. Мультиплеер есть режим. Да, мультиплеер не работает. Написано, что ждите в ближайшем будущем. А в смысле, покупайте осенью полную игру. Вот так вот. Так, синглплеер is now. Трек тестинг, сингл сезон. Допустим, старт сезон. Посмотрим, какие будут сезоны. Есть два режима сезонов будет. Смотрите, полный NASCAR Spirit
Cup, это, видимо, основной кубок, и Chase for the Spirit Cup, то есть полный, видимо, не полный кубок и полный кубок именно 2013 года. Это очень здорово. Что будет еще? Челленджер есть, игрок против игрока, возможно, это игра на одном компьютере. Мой NASCAR, здесь можно всякие разукрашивать, фото, реплей смотреть, опции, посмотреть, кто лидирует в онлайне. Ну, сейчас это ничего не доступно, но есть менюшки, можно пока в таком вот образе смотреть. Это здорово. То придумано очень интересно, но ничего нового, в принципе. Ну, вот этот режим разукрашивания, видимо, я не очень это люблю. Можно, на NASCAR можно полностью машину разукрасить. Так, ну, доступна какая-то опция слева. Гонки какие будут. Также, как в Формула 1 есть квалификация, нам пока доступна квалификация Race Day. Ну давайте попробуем, посмотрим, как это здесь происходит. Последний выигрыш, лучшая пятерка, там что-то было, что-то в этом роде. Идет загрузка. Квалификация, в принципе, такая же, как квалификация, она проходит как Формула-1. Нужно, чем вы быстрее проедете круг, на таком месте будете стартовать. Собственно, сама гонка, она стартует так же, как и Формула-1, 24 игрока. Так, настройки, режим Easy, Medium, Hard. Давайте Easy попробуем, практика 5 минут, рейс 3. Смотрите, настройка, сколько кругов, можно даже настроить. Ну, давайте по минимуму. Ну, мы полностью все смотреть, конечно, не будем. Это режим демо. С этого мы будем смотреть, покупать такую игру, не покупать. Дамаш. Вот это самая интересная опция, чем она отличается от Формулы 1. Здесь мы можем настроить дамаг и то есть, смотрите, мы его можем полностью выключить. То есть, мы можем разогнаться 300 км в час, влететь в стенку и выключить эту опцию, и мы никакого дамага не получим. Дальше есть визуализационный дамаг, то есть мы будем получать дамаг, и он не будет идти нам, но мы будем видеть его на своей машине. Либо там, так скажем, у вас будут ломаться тормоза, машины и так далее. Вообще есть режим фу, то есть полностью все будет ломаться, там происходить все замечательно. Вот чем тогда мне понравилась серия NASCAR, вот именно этой опцией. То есть полностью можно разломать чертям машину, у вас может вытечь масло. В общем, это очень реалистично. Выберем вот так вот. Итак, у нас первая практика, мы ее пропустим. Перейдем сразу к квалификации. Менюшки посмотрите, сразу очень удобные. Так, переходим к квалификации, сразу практиковаться не будем. Так, и начнем квалификацию и посмотрим, как она здесь происходит. Так, наша задача проехать. Смотрите, как все детализировано. Я машину, кстати, не настроил. Там в пит-стопе можно было настроить. Все у нас стоит по минимуму. Вот такая вот, под таким углом кольцевые гонки проходят в Америке. Это очень здорово. Мне всегда было интересно, почему они не вылетают вот за эти бордюры, если курят. Но это все физика, господа. Ну, посмотрите, по графике, по-моему, здорово. Я даже не успеваю зрителей заметить. Ну, как здорово. На 2013 год это, конечно, не идеал, но... Давайте из кабины посмотрим, как это все происходит. Да, на такой скорости, конечно, если рулем сильно крутануть, я думаю, будет не очень прикольно. Мы видим в левом углу у водителя стоит маленькое зеркало, дабы в такую машину, понятно, боковые зеркала не поставишь. Мы видим это зеркало, и мы видим, что в него видно. Все, пошло время. Прогрели резину на первом круге. А пока мы 43-й. То есть, обалдеть, что 43 игрока будут в гонке участвовать. 43 машины, господа, вот так вот будут лететь друг за другом. Это будет мясо. Вот я чем обожал NASCAR. Я не помню, сколько в том NASCAR было. Я уж не помню, я уже
сколько же лет назад это было. Там немножко они, конечно, правила отличаются от наших европейских. Но они как-то более их интереснее смотреть. О, сейчас я по стенке. Вроде бы неплохо иду. 0.38. Тот по кругу прошел. Ой, все, в стенку летел. Очень плохо. Сейчас опять скорость набирать. Как машину трясет. Чувствуете, вон, смотрите. Как все. Все, последний круг, и на этом круге покажет, на каком мы месте. 38 место, я попадаю. Это очень плохо, наверное. Ну да ладно. Чувствуете, как машина просто вибрирует и ее колбасит. Скорость. Иду я на Форде. В принципе, здесь либо Форде, либо Шевроле. Либо Тойота другого. Ну, Доджи должны быть. Еще Додж, еще, по идее, американцы. Только Америка. Только американская машина. Американский двигатель. В смысле, корпус почти у всех одинаковый. Так, вроде бы опережаю. Ноль, да. Опережаю время, иду лучше. Ну, потому что в тот раз я врезался в бордюр. Машину я же не настраивал. Итак, на 38 месте мы прошли квалификацию из 43. О, смотрите, нас заскриншотили. Ну, продолжить, да. Давайте я вам покажу еще гонку и будем закругляться. Так, практику мы так овервайм, сейчас мы посмотрим. Ладно, не будем тюнинговать. Рейшоп. Нет, не будем заходить в рейшоп. Так, практику мы пропустим и... Стоп. У нас какая-то... Почему практику обязательно, что ли, проходить нужно? Или можно сразу гонки перейти? Сейчас попробуем. Вроде бы я должен быть сейчас гонки перейти. Так, овервайм. Ой, сколько гонщиков, реально 43 гонщика, обалдеть. Ну, давайте начнем. В этой игре будет очень интересная карьера, повторяю. Ну, видимо, сейчас и начнется. Дайтона, да, Дайтона. Очень знаменитый трек в Америке. Не помню, в каком он штате там находится, но он очень знаменит, на нем проходит очень много гонок. Многие собираются вообще посмотреть NASCAR. Вообще NASCAR считается в Америке одной из, знаете, одним из древнейших спортов, что ли, можно как-то. Они его очень уважают. Так. Это что нам сейчас показывают, я не пойму. А, это начало гонки. Почему-то пропал звук, потому что это демо, наверное. А, вот написано Get Ready, и почему-то звук пропал. Green flag, green, green, green. Вот почему-то звук пропал. Не знаю, но это ошибки демо-версии, видимо, друзья, я не знаю. Почему-то игровой звук пропал. А, вот, все понял, для чего нам сделали. Видите, по центру экрана, это уже я управляю. По центру экрана внизу мы можем наблюдать. Удать! Вот меня сбили в задницу. Оу, вот о чем я говорил, чем прикольно. Ай, пытаюсь. Оу, понесло меня. Желтый флаг нам показали. А желтый флаг здесь, это же не черный, меня не должны выгонять с трассы. Ой, я ему в задницу вот так вот попал. Ну, почему-то звук пропал, но это демо-версия, видимо. Я читал о глюках. Дистанция до пит-стопа. Дон пит-стоп или поехать в пит. Желтый круг, когда флаг появляется, то есть выезжает впереди машина, полицай и ведет всю колонну, а целый должно круг. А... Меня вообще, по-моему, с гонки выгнали из-за того, что я его подрезал. Но, по крайней мере, мы не на последнем месте. Вот такой вот NASCAR, господа. Почему-то, ну, этот... Или подождите, или мы продолжаем, пока я мало что понимаю, что происходит, звука нету.
Нас сейчас должны запустить. Да, вот мы идем рядом, впереди полицайер, и мы... Он должен уйти, okay, yeah. Вот, все, пошла гонка. Что за... Опять меня компьютер подрезает. Два желтого флага. Опять меня... Вот этот подонок меня просто взял, смотрите, и подрезал в задницу. Смотрите, мы ехали. Вот, началась гонка. И смотрите. Сейчас покажут. Вот, и нас просто взял и подрезал. Козел. Просто подонок. И опять уйти в пит или не уйти в пит. Дон пит. Можем выбрать. Дистанция написана до пита. Немножко другое. С обычному человеку, который ни разу не... Вот мы ушли в пит-стоп. А другие, видите, поехали дальше. Чем плюс? То есть полицай, видите, впереди их ведет. Ой, какое управление здесь с пит-стопом. Я ничего не понимаю. Тайрос, резина. Обмен. Я не понимаю. 17 секунд до пит-стопа. Бензина на сколько, да? Не успел. Вот как происходит здесь пит-стоп. Сейчас посмотрим. Смотрите, каждый человек чем-то занимается. Нас, видите, в этот бок по стене мазали. Видите, все, детализация разрушаемости машины присутствует. Вот чем мне нравится NASCAR. Каждый человек, видите, занимается, бегает, чем-то делает. То есть... уникальность, то, что я заехал в пит-стоп, много чего можно настроить, того, что нельзя сделать, допустим, в Формуле 1. Очень все интересно. Очень все интересно. Надеюсь, сейчас мы начнем, и нас не начнут мазать по стене. Потому что, да, мы последний едем. Если вот этот желтый опять сейчас мы вид перепоменяем. Жалко, вот такой вот вид сделаем, чтобы мы его или он нас не подрезал. То есть, если машина подрезается или уходит... Это дается желтый флаг, и вылезает полицмай. В чем прикол? Если вы идете первый, вы можете уйти в пит-стоп, если, или можете не уйти в это время в пит-стоп. Но пока полицая нельзя обгонять и идти с одной скоростью, вообще никого нельзя обгонять, держаться на том месте, на каком вы и остались, если желтый флаг. Иначе черный флаг вас дисквалифицирует. Ну, собственно, вот так вот. Ну, жалко, что пропал звук. Графика неплохая. На мой взгляд, очень даже интересно в это будет поиграть, когда она выйдет полностью, весь релиз выйдет осенью. Ну, разрабатывает, честно говоря, мне не нравится, что какие-то, по-моему, китайцы. Но для Америки китайцы, в принципе, дешевый рынок. Почему бы и нет? А так игра будет, ребят, всем посоветую, потому что... Так, можно куда-то вверх смотреть. Там, видимо, зеркало заднего вида. Ну, зеркало заднего вида видно, в принципе, почти все. И влево, и верхнее. Вот. Ну, вот таким вот образом выглядит NASCAR. И поставлю я ему 8 из 10, потому лишь то, что пропал в игре звук в этом демо. Могли бы и получше китайцы эти сделать, это демо. По крайней мере, чтобы звук не пропадал. Но поспешили, видимо. Но игра должна быть очень-очень интересной, повторюсь уже. И составить конкуренцию Формулы 1 в Европе. Что ж, на этом все. Всем всего. С вами был Феникс. Гоняйтесь, играйте в NASCAR, Формула 1. Пока-пока.